Накануне церковь отмечала и День Святой Великомученицы Параскевы Пятницы. В Клинцовской епархии один из престолов Богородицы Рождественского храма в села Душкино освящен в честь этой угодницы Божьей. На престольный праздник приход посетил правящий архиерей. Еще в 1609 году в селе Душкино Клинцовского района появилась деревянная церковь в честь Рождества Пресвятой Богородицы. В 1891 году деревянный храм был выстроен заново силами местных мастеров. В интерьере сохранился иконостас с образами начала 20 века. В день престольного праздника владыка Владимир возглавил крестный ход. И приступши ученицы его, моляху его глаголище. Да, сегодня праздник нашей святой престольной великомученицы Параскевы Пятницы. И за последние 15 лет это вторая архиерейская служба. Мы очень рады этому, что у нас служба так хорошо прошла в нашем храме. Поздравляя молящихся с престольным торжеством, архипастор напомнил о житии святой великомученицы Параскевы, отметив, что своим мученическим подвигом она свидетельствовала о кресте Господнем. Даже само ее имя, Параскева, стало живым напоминанием о Пятнице, дне искупительных страданий Спасителя. Проповедовала имя Господне неустанно, невзирая на все опасности, сознавая, что и ее ожидает мученическая кончина. Но она этого не боялась. И вот этот ее пример должен воодушевлять и всех нас. И прежде всего родителей и старших родителей, как воспитывать своих детей. В этой небольшой сельской церкви всегда особенная атмосфера. Недаром паломники так стремятся сюда. В тихие утренние минуты и по вечерам двери храма гостеприимно открыты для молящихся.